Кокпаристы Приоралья просят открыть профессиональный конноспортивный клуб для развития национального конного спорта в регионе. Сегодня кызылординские всадники входят в тройку лучших команд страны. Основной костяк сборной команды по Кокпару, Жамбы-Ату и Тенге-Алу составляют спортсмены из Жанакурганского района. О сегодняшнем состязании и актуальных проблемах конного спорта в Кызылординской области Алибек Байшуленов. Это одна из трех лучших команд страны по кокпару. Последние 5 лет эти джигиты неизменно в числе призеров различных соревнований. Но на одной силе и ловкости далеко не уедешь, говорят спортсмены. Для высоких результатов нужны хорошие лошади. И это одна из проблем сборной команды области, которая на 90% состоит из всадников аула Кыркенсе Жанакурганского района. У нас много перспективных наездников, но существует нехватка породистых коней. Чтобы претендовать на высокие места, команде требуются племенные жеребцы. Тем временем сборная области всегда в числе фаворитов национальных состязаний по аударспаку, тенге-алу и жамбы-ату. Однако сегодня из-за отсутствия собственной базы спортсмены тренируются во дворе дома главного наставника сборной области Ислама Буранбаева. Во время тренировочных сборов Ислам размещает подопечных у себя дома, обеспечил ребят питанием. Также сам контролирует охлаждение организма лошадей, их кормление. Но это не дело. Считаю, нашим джигитам нужна поддержка на уровне района и области. В прошлом году областное управление спорта закупило для команды несколько лошадей. Однако, по мнению старшего тренера сборной Ислама Буранбаева, этого недостаточно. Региону нужен профессиональный клуб и специальный комплекс, как, к примеру, построенные в Жамбыльской, Туркестанской и Алматинской областях. Отделу спорта Жанакурганского района выделен земельный участок. Нам было бы очень удобно, если там построить стойло для лошадей, небольшую гостиницу, открыть штат конюхов. А если откроют клуб, нужны будут квалифицированные тренеры и специалисты по тренировке коней. Однако руководство спортивного хозяйства области считает, что открывать профессиональный конно-спортивный клуб в регионе еще рано. Почему мы говорим рано? Потому что у нас пока мало мастеров для профессионального клуба. В сборную команду Казахстана входит только один кызылординский всадник. Мы думаем, что мы найдем возможность открыть клуб, когда в состав сборной войдут несколько спортсменов. Искусство наездника у казахов в крови. И развитие конного спорта сегодня – это не только турниры, призы и соревнования. Это прежде всего возрождение лучших национальных конных традиций. По словам специалистов, не уменьшается число желающих заниматься этим благородным видом спорта. Благо, в регионе уже разработан системный план его развития. Алибек Байшуленов, Аль-Хайдар Турныханов, Кызылординская область, Хабар 24.